каждый раз, когда я думаю, что я уже в Казахстане, здесь, в Мангистау, практически все видел, и нечем меня удивить, и тут же, на ровном месте, в двух шагах от меня, обнаруживается какое-то совершенно новое явление, которое я вижу впервые, и которому остается только удивляться. Потрясающая штука. Привет, друзья и случайно зашедшие. Я странный дядька, вы у меня на канале. В сегодняшнем видео я вам покажу, как выглядит зима в Актау. Не то чтобы я большой специалист в этом вопросе, я в Актау совершенно недавно, но местные жители рассказывают, что морозов здесь практически никогда не бывает, а снег еще большая редкость. И для местной детворы, например, посмотреть на снег и поваляться на снегу — это большущее развлечение. Зима в Актау не очень зимняя и для непривычного взгляда довольно странная. Но тем не менее, например, если вам очень хочется посмотреть на лед и на снег, вы по нему соскучились, можно вот прийти, как я сегодня, на пляж и посмотреть вот на такие вот странные образования. Все вот это вот, это лед. Все он еще под низом промыт водой, а сверху уже почему-то засыпан песком. Как образовалась такая странная конструкция, ну, я могу только предполагать. Но вообще выглядит на самом деле чрезвычайно удивительно. Я такого никогда не видел. То есть вроде бы море, вот так вот если посмотреть, шикарное море. Сегодня относительно тепло, светит солнце, и поэтому выглядит абсолютно по-летнему. И тем более странно наблюдать вот около берега вот такие вот формирования. Сейчас я вам их покажу поближе. Это, наверное, что-то уникальное. Вот смотрите, если посмотреть вдоль берега, здесь у нас, казалось бы, обыкновенный пляж, но по самому краю образовывается немножко лед. Причем, если присмотреться поближе, то льда здесь довольно много. Вернее, это скорее не лед в чистом, так сказать, классическом понимании. Это скорее торосы. Торосы – это такая штука, когда мелкий лед, замерзающий на воде, волнением прибивает куда-то там к берегу или какое-нибудь другое нагромождение льда, и от этого получается не ровная ледяная поверхность, а такая смерзшаяся из кусков непонятная штука. Вот здесь, например, посмотрите, насколько, блин, круто все это выглядит. Ну вот смотрите, вот где береговая линия. Если проводить параллель, то вот она вот так вот, эта береговая линия, и так и должна идти. И где-то вот там она дальше и туда. Но она же здесь совершенно не прямая. Она вон здесь, смотрите, покрыта вот таким вот торосом. А этот торос почему-то уже сверху засыпан песком. Здесь были парочку дней мороза, даже минус 10. То есть получается, вода все-таки замерзает. Сверху начинают плавать отдельные льдины. И все эти льдины приносят сюда к берегу волной. Сбивают в кучу. Они останавливаются, поскольку остаются на месте. Их поливает водой, они смерзаются. А потом сверху все это вот так вот засыпает песком. То есть, видимо, ветер гонит этот песок с пляжа. Он ложится вот так вот сверху на лед. И все это получается вот такой вот странной штукой. Старая береговая линия, наверное, вот она. И от этой береговой линии еще вон туда, к воде и к торосам, вот такой проход. Здесь я, конечно, попытаюсь пройти. Но здесь такое зыбкое и мокрое. Я боюсь провалиться. Но я уже здесь иду по льду, на самом деле. Подо мной там вода, потому что все это шевелится. И все это довольно зыбко выглядит. Вот тут уже плещется море. Здесь уже такой прям настоящий снег и лед. Почему-то уже песком не засыпанный. Ну, еще даже, в общем, мой вес выдерживает. Слушайте, стрёмно немножечко. Ну, какая-то вот такая вот совершенно волшебная... образование. Здесь почему-то вот такой пятачок чистого снега, причем это не лед, это именно снег, а вокруг все вот там вот засыпано песком. Выглядит совершенно нереально, реально нереально, абсолютно удивительно. Актау и Каспийское море продолжает удивлять. Но такую штуку я не видел еще никогда, блин, только провалиться мне еще не хватало. Выбираемся подальше к берегу. Попробую пройдусь дальше, прямо вот по этому, я не знаю, что это, потому что выглядит это все как песок. Но если песок начинать раскапывать, вот так вот, то вот он там лед, смотрите.
То есть слой песка здесь, ну, наверное, сантиметровый. Вот такой вот слой песка поверх намерзшего льда. Удивительное явление природы, но на самом деле, блин, хрустит лед, проламывается. Не очень хочется замочить ноги. Но такого я еще никогда не видел. Чтобы прибрежный лед намерз и его засыпало береговым песком. Удивительное явление природы, чего только природа не придумает. Вот такая вот каспийская зима в Казахстане, в Актау, на берегу замечательного моря. Вот это все, вот это все. Это лед, засыпанный песком. Но почему-то вот здесь вот идет такой бортик, а дальше за ним чистый, не засыпанный песком лед. Почему вот эту часть засыпало песком, а вон ту часть песком не засыпало? Кто-нибудь может мне внятно объяснить, почему происходят такие вот нагромождения? Понятно, что это вот волны, ветер, потому что были морозы и были прям сильные ветра. И вот ветер совместно с морозом и совместно с водой создал такие вот удивительные структуры. Причем это вот только на одной такой части пляжа. Вот там вот оттуда и буквально вот это все намерзлое примерно 50 метров вот туда. А там дальше уже совершенно нормальный пляж, вообще без единого следа льда. И в ту сторону тоже, до самого волнореза вот туда, точно так же обычный нормальный пляж, без какого-либо намерзшего льда и без какого-то насыпанного сверху песка. Удивительное рядом. Никогда бы не подумал, что где-нибудь увижу такое. Ну, красота же неописуемая, согласитесь. Как часто вы можете такое наблюдать? Совместную, так сказать, деятельность льда, песка и воды, и ветра. Каспий ведь не очень соленое море. Ну и вообще это, в общем, и строго говоря, не море. Это же озеро, поскольку не имеет выхода в открытый океан. Давайте я вам покажу поближе. То есть в воде уже плавают прям целые льдины. И такая вот подзамерзшая вода выглядит как... Ну как, это, по-моему, называется шуга. Вот такой вот мелкие ошметки снега и льда, растворенные в воде. Круто, неимоверно. Казахстан не переставает удивлять. Обалдеть. Никогда такого не видел. Никогда и нигде. Только что мы были с вами на пляже Достар. А теперь я в рамках своей прогулки переехал на пляж, который называется Пионерский. Рядом с мысом Меловой. И там расположенный скальной тропой. В общем, это почти в центре города пляж. И здесь, поскольку это все такая бухточка, отделенная от открытого моря, здесь замерзло уже очень много, скажем так, воды. Это тоже не ровный лед, это тоже торосы. Вот там видно, как все изломано, изрыто такими неровными поверхностями. Кое-где покрыто снегом, кое-где блестит вода. Здесь, около самого берега, как раз перед тем, как все замерзло, был шторм и накидало огромное количество водорослей, которые тоже все замерзли. И теперь еще здесь лед такой, и вода покрыта красными разводами. То есть здесь вообще все выглядит как на такой интересной картине. Ну и здесь можно увидеть очевидное доказательство того, что местные жители правду говорят о том, что здесь не часто бывают морозы и не часто бывает зима. Здесь, вон, посмотрите, там за пляжем вся стоянка практически забита автомобилями. Приехала куча местных жителей полюбоваться на редкое явление, на замерзшее море. Там вон видно, смотрите, куча народу на причале. А там дальше, за причалом с той стороны, там, видимо, безопаснее можно подойти к воде. Куча народу ходит по льду, пробует его, так сказать, на ощупь. Да, видишь, правду говорят. Не часто здесь бывает такое. Это прям целый аттракцион, специально сюда. Люди со всего города вон приезжают на машинах, приходят пешком, специально для того, чтобы погулять по льду. Прикольно. Пойду и я пройдусь по льду. Давно по льду не ходил. С прошлой зимы. Смотрите, как тут все это происходит. Довольно много народу специально пришли, чтобы выйти на лед. Но далеко у них уйти не получается, потому что вон там стоит несколько МЧСников, которые всех желающих
зайти туда на лед подальше, гоняют. То есть они, в принципе, я так понимаю, что пускают все-таки людей на лед, но смотрят, чтобы никто не ушел туда дальше, где можно провалиться уже не просто ногами, а хотя бы даже по колено. Причем я вот сначала хотел туда пойти, но сейчас что-то посмотрел и уже, наверное, не очень хочу, потому что, как вы там видите, очень много на поверхности всяких разных уже, видно, пятен воды, там, где лед уже не слишком прочный. Все-таки сейчас прямо плюсовая температура, наверное, на солнышке, может быть, даже все плюс 10 градусов, потому что прям тепло и ветра нет. И лед этот наверняка очень быстро тает. Я со своими 100 килограммами, пожалуй, туда не попрусь. Но, тем не менее, куча народу селфится, инстаграмятся и чего они там делают еще. Ну, в общем, фотографируется, развлекается. Такая вот местная особенность. Зима удивительная в Актау. Очень много народу берет с собой камень и бросает его на лед, пытается лед этот пробить. Пишите в комментариях, местные жители, часто ли здесь бывает все замерзшим, и часто ли здесь можно походить по льду. Ну и как-то вот так все это выглядит со стороны. На самом деле получается, что прочного более-менее льда всего-то несколько метров вот так вот от берега. А все остальное это уже поломанные льдины, которые здесь хаотично плавают, ну, потому что их не выносят в открытое море вот туда, их волной прибивает к берегу. А буквально еще вот когда были морозы, вчера-позавчера, там лед, более-менее прочный слой, доходил он аж до того вон причала. Буквально еще несколько дней назад было прям как холодно, а сейчас уже прям, ну, по-весеннему, скажем так, тепло. И настроение какое-то сразу такое весеннее, что ли. То есть зима вступила в свои права буквально на парочку дней, и уже через парочку дней отступила и оставила все, как было раньше. Какая-то вот такая на сегодня история. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что ставите лайки. Спасибо, что подписаны на канал. Спасибо, что расшариваете вся в соцсетях. Ссылки на мои видео. Спасибо огромное за финансовую поддержку вашим взносом в фонд путешественника. Все реквизиты найдете там внизу в описании. Там есть Каспи, там есть рублевая карта, там есть Donation Alerts, который поддерживает любые способы доната. С вами был ваш любимый видеоблогер Странный Дядька в Казахстане, на полуострове Мангыстау, в городе Актау, на берегу прекраснейшего Каспийского моря. Приходите еще, будут еще интересные видео. На сегодня все, пока!